то, что слухами не является, но в определенном смысле, безусловно, будет определять нашу жизнь в ближайшем будущем, это как раз-таки корпоративный конфликт вокруг предприятий «Укрнафта» и «Укртранснафта». Эти предприятия связывают несколько факторов. Контроль над ними означает, по большому счету, контроль над украинским нефтяным рынком. Очень большой интерес ко всему этому бизнесу проявляет целый ряд олигархических групп, среди которых, в том числе, группа «Приват», которая принадлежит губернатору Днепропетровской области Игорю Коломойскому. 19 марта парламент принял в том числе закон, который возвращает государству контроль над предприятием «Укрнафта». Затем произошло ряд очень важных резонансных событий. Ну что вот на самом деле происходит вокруг этих предприятий, что означает эта корпоративная борьба и чем она закончится. Мы обо всем этом будем говорить с нашим гостем, директором научно-технического центра «Психея» Геннадием Эпсом. Доброе утро, Геннадий. Вітаю вас. Пане Геннадію, ну ось давайте одразу до справи, щоб от був час нам все з вами обговорити. Ось це боротьба за «Укрнафту» і за «Укртранснафту». Що це? Як це можна пояснити от звичайним глядачам? Тому що не бачать всі оці конфліктні які ситуації і не розуміють, до чого воно. Немає такого злочину, на який би не пішов капітал заради 300% прибутку. Марс, якщо не ошибаюсь. Ну, це Томас Данінг, ну, який процитірований Марксом в своє время. Естественно, що существует очень крупные компании, которые определяют поведение всего, допустим, сектора экономики, всей отрасли. К этим компаниям относятся в нефтяном секторе «Укрнефть» и «Укртранснефть». Они, по сути, определяют, какой будет объем добываемой нефти на территории Украины, какой будет его цена и сколько будет отчисляться государству за транспортировку этой самой нефти. Тому так важлива ця «Укрнафта»? Так, звичайно. Тим більше, що зараз на ринку нафтопродуктів дуже серйозна, складна ситуація. На ньому існують імпортери, які закуповують нафтопродукти за кордоном за валюту. І існують, ну, скажімо, умовно називаємо їх внутрішні виробники, які переробляють внутрішню нафту внутрішнього видобутку, транспортують її через трубопроводи «Укртранснафти», продають на так званих аукціонах і потім переробляють на Кременчуцькому заводі. Якщо побачити і продивитися, хто керує цими об'єктами, то ЗМІ стверджують, що і «Укрнафта», і «Укртранснафта», і Кременчуцький завод «Укртатнафта», і потім велика мережа АЗС, яка налічує 1623 станції з 6 тисяч в усіх широкого загалу, керується, АЗС, да. Да, керується групою «Приват». Так от, уявіть собі, долар зріс. Податкова і митниця зараз наповнюють бюджет, отже оптимізувати імпортери нічого не можуть. У них висока ціна, яка обґрунтовується високою якістю, отже оптимізувати якість також неможливо. Отже, імпортери зараз працюють майже в збиток, а 1600 з чимось заправок «Привата» навпаки збільшують обсяги реалізації, оскільки усі споживачі наші з вами не можуть платити більше, йдуть там, де дешевше. Понятно, но поэтому, отже, існує протистояння. Якщо лишається «Укрнафти» і «Укртранснафти», то це, по большому счету, із цієї замкнутої цепочки, приносящей, із цієї курицы, которая приносит золоті яйца, ну, как бы забирают, условно говоря, треть, как бы, той самой курицы. Так повністю буде зруйнована ця схема. Адже тоді потрібно буде реалізовувати нафту на аукціонах за ринковою вартістю. І ще і відсплачувати державі за транспортування, за зберігання, за все, що стосується «Укртранснафти». Геннадій Леонідович, ще є такий момент. От, наприклад, в соцсеті, да і не тільки в соцсеті, експертне мнение, воно в Фейсбуці розкололося. От, наприклад, одні люди говорять, що те, що ми зараз наблюдаємо, це конфлікт українського государства і, наприклад, групи «Приват» і Ігоря Коломойського конкретно. А другі говорять, що ні, ребята, давайте не говорити, що це там, условно говоря, добро і зло, а что это на самом деле конфликт одной олигархической группы, там, не знаю, условного там Григоришина и там Еремеева, который пытается отжать у Коломойского этот бизнес для того, чтобы просто отжать одних олигархов, чтобы зашли другие олигархи. Так. Вот ваша точка зрения. А нет прямого ответа на этот вопрос, поскольку правы и те, и другие. Потому что никакие действия государства, в котором, в структуре которого находятся бизнесмены, они
они неотделимы, собственно говоря, от интересов большого бизнеса. У нас, к сожалению, государство и бизнес, к сожалению, государство и бизнес это неотделимы. Но это не означает, что не нужно начинать бороться хотя бы против одного из олигархов. Но у многих вызывает вопрос, а почему начинают бороться, например, с интересами Коломойского, а не с интересами Ахметова или с интересами Фирташа и так далее? А борются с интересами Фирташа, борются. Вот недавно Надрабанк же, собственно говоря, туда все. И поэтому я не думаю, что именно вот однонаправленное какое-то движение. Кроме того, вот эти все, оно все на виду. Вот. І лучше, звісно, брати те, що на виду, а не те, що скрито. А як ви думаєте, а немає от взагалі в цьому конфлікті російського сліду? От Москві вигідно було просхитати так цю ситуацію? Ну, Григоришин, наприклад, російський бізнесмен, а многі вважають, що він причастен ко всім цим російським. Ну, це дуже багато коментується в соцмережах. Люди пишуть, це Росія. Да, правильно, во всьому виноват Вова Пу. Ну, ребята, ну, нельзя же все примешивать. Ну, он же не такой уж монстр, как его описывают. Безусловно, он реализует интересы государства российского так, как он считает необходимым реализовывать эти интересы. Однако приписывать его ко всем скандалам, которые у нас, и ко всем проблемам, которые у нас сейчас происходят, не следует. Тут внутренние, безусловно, проблемы. Естественно, недопустимо, когда вооруженные люди частных охранных структур находятся или там что-то делают в государственных предприятиях. Понятно, есть целый ряд вопросов и к губернатору Днепропетровской области, поскольку ну, очень странно государственный служащий откровенно совмещает работу в бизнес-структурах и работу на государство. Однако есть точно такие же вопросы и к правительству, и к президенту, поскольку если прописано то, что государство и бизнес должны быть разделены, то почему следовали такие назначения? Извините, у меня такой вопрос от смешливого глупца. А если уж наблюдать за этим матчем, то так, чтобы было интересно, вот кто кого победит. А в случае чего-то выигрыша для нас, жителей Украины, будет какая-то польза? Я просто так не уверен, что если там что-то изменится, как-то изменятся цены на нефть, на бензин, что-то еще такое. Вот ну, нам зачем переживать? Коли пани сваряться, у хлопів чуби трещать, так? Ну, то есть поэтому, без разницы, как, кто сожалению, бы не победил, все равно? К сожалению, здесь мы сможем получить только моральное удовлетворение, если очередного олигарха прижмут. Ну, олигарх олигарху рознь. Спасибо, Геннадий Леонидович. Я напомню, что Геннадий Рябцев, директор научно-технического центра «Психея», помогал нам разобраться в этой, на мой взгляд, довольно-таки сложной и запутанной истории, в которых нету однозначных ангелов и однозначных демонов.